На ГГ вроде реагирует сейчас. Смотрим. Что-то не показывает пока ничего. Пришло оповещение, что это сейчас будет на Ютубе. А, все на Ютубе есть, появилось. Ладно, погнали. Вот ты фиолетовый надел, да, за квест? Ну, да. Бежа только. Желтая. Блядь, что там? Опять пропустил. А, тебе надо ждать, когда они ее добьют, не прыгай сейчас. Чтоб тебе заново начать. Все? Нет, сейчас. Она перезагрузится. Все, прыгай. А, ну вот взрыв. Помочи ее, бахнем всем. Ну, еще она будет вот жена, как это звать. Неверно выбрано. Слишком большое расстояние. Да ты, блядь, отойди. Отходи, пожалуйста. Да не отходит она нюхай, видишь? Чё? ДП-шки-то есть? У тебя должен быть ДП-шки на... скилл на дамаг ДП-шки, короче. Не улучшается, это показатель. Да пускай уже ляжет. У тебя не все скиллы, что ли? Где в смысле? Который? Какой скилл должен быть? Ну там за ДП, которое... Ну вот он за ДП. Где? Вот он. А, вот он у тебя. Другого это. За ДП у меня здесь находится. Все, жду тебя. Песочные часы. К чему это? Это для красного каталама. Чтобы там находиться, нужно вот эти билетики использовать. Понял. Подожди, я сейчас кину глаз, чтобы они не разбежались.
Можно быть. Неправильно выбранная цель. Давай я поставлю свободно в общее, и мы там три, ты берешь таблички, три я, которые на ролл, ты помнишь, вчера шли из главного сундука? Меня? Поставь. Ты уже поставил? Да. Кривые текстуры. Неверно выбранная цель. Здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, да. 3 я беру, 3 ты. Все. Все? Да, забирай 3. Еще это у ворота надо будет дать. Как нет так. Места, блин? А селе. Как? Что, ворота не получается? Да я не пойму, я ящик выделяю или его выделяю? Ну-ка. Возьми все. Сейчас я. А, ну все. Я погоди, все взял. Ты его обладала? Все, я вылетел. Кем? Или обоими? Обоими. Разрыв связи был. Ну, я тебя жду. Окей. Хорошо, уже прошли. Так ты же меня облутала. Еще на разок. Я же жду. Не, я просто говорю то, что это нигде не на дороге, ни где-то еще. Да, в принципе, ты можешь выходить. Так ты же его не облутала, с него там что падает? Это хилу мне только не забрал, по-моему. Ну, так заходи, бери. Ладно, сейчас. Кстати. Да. Вот это вот хуйня по настройке. Она еще действует, да? Там же ничего не поменялось. Ну, вроде бы нет. Я сейчас у меня стоит. М? У меня вроде стоит, а вроде быстро вторая кнопка грузилась. Без полоски часто идет? Да. Я просто еще не настраивал. Я сейчас посмотрел, пока ты грузился. Mm. Сегодня точно. Выходим? Выходим.
Значит, у меня постоянно сбивается твоя трансляция, что она не в эфире идет, а типа отстает. В смысле? Ну, обычно включаешь, типа, когда одновременно с тобой смотришь, в эфире горит красная пимпочка, что ты ее смотришь вместе. Ну. А у меня постоянно отстает, она и съезжает на пару секунд. А от чего это зависит? Кто знает, что тут сейчас стало такое сегодня заметило. Че, еще раз? Угу. Ну ты какую теперь пойдешь? Ща я на 1 минуту отойду, понял. Ты здесь? Угу. Так, всё. Ты зашла, да? Нет. Заходим? А. Я, наверное, в тот же данж, да, зашла? Что, надо папить, что ли, разрывать? Получается. Сейчас посмотрю. Тут же написано, вон, новый вход. И тебе предлагают новый вход? Ты выйди оттуда, вышла? Нет, сейчас. А, у меня же твоя трансляция уже. Наверное, этот лидер группы должен обновить. Ну, захожу в новый? Да. Заходи. Новый? А. Видимо, нет, да? Ну да. Такая этот входы так и остались такими. Да, 9 из 10 так и осталось. Тут же функция была, типа,
Ну да. Так, погоди, ты этим выйди из данжа. Ну что? Может быть, из-за этого. Да почему, блин? Я помню то, что я в этот, в какие-то данжи я ходил, там перед входом было, было написано. Одиночные. Ну, я хуйня, выйду, да. Да. Я выйду этим ганнером, и ты меня прими обратно и попробуем так. Ганнером выйдешь? Да, ну у меня ганнер как выглядит. Так, погоди. Ты у меня в друзьях есть, то что я у тебя. Должен быть. Я же тебя добавляла кем? Я не знаю, кем ты добавляла. А, у тебя наверное не прошло. Это же ты? Да. Ну, сейчас попробуем. Да погоди, это же... Блять. Сейчас, стой. Добавлять тебя? Ну, в смысле, ты же вышла из группы. Ну, ты меня даже... Ну, ладно, сейчас там пересоберем там все. Ну, заново, ну. Блин, тут мучиться. Так, я заставлю заходим. Настройки свободно вообще. Да. Ну что, какую, левую или среднюю? Потому естественно, левую. Надо правую. Какую? Левую. Тебе понравилось? Ну, как и пить надо. Ты уже не зашел, что ли? Да.
Выбранная цель. Закрепил, да? Ну да.
А ты что, следила? Ну, иногда посмотрю. А ты где на ком сейчас? Ну, на художнике подхожу к этому, к последнему боссу. На хиле на втором стоим. У тебя вообще какую быстрее проходить, первую или вторую? Да, наверное, первую. Ну, я тогда по второй пойду. Потому что все-таки элитка, она потяжелее, подольше проходится. А мне две дороги, считай, надо проходить. Ну, тогда по центральной я пойду. Буду ходить. Был хаос и пропал хаос. Ну, вроде гик есть в рейтинге. Играет, наверное. А в каком клане? Ой, я что-то не посмотрел.
Он же на этом? На ком он? На страже. Так и есть. Ну что, все, идем. Погнали. Ну, глаз в откате можно бить. А? Можно бить глаз в откате. Что, погнали? Гоним. Вроде тоже шут. Остальные твои. Я тут заебала это место. Погнали. Интересно сделали, да, что за награда зависит от количества персонажей прошедших. Ну, как бы так и должно быть. Yep.
что-то у тебя трансляция зависла. Опять что? Не, идет. Идет? Идет. У тебя идет или нет? Я пока не могу посмотреть сейчас. Что-то там вчера что ли то же самое было, то что у тебя идет, идет, а потом раз застревает. Может быть это у меня, конечно. Сейчас куда идет? Тут качество еще испортилось. Упс. Масуха не спасает. А ты хотел всех? Ну. Сразу. Неверно выбранная цель. Ну, если только вот этим. Тоже масуха. Не, вот с этими-то как? Если тут все агрятся. Ты агришь троих первых отбегающих, они только трое на тебя остаются. Потом прибегающие еще трое идут. Ну да, есть только так.
Да, сегодня последняя РБшка в Акулу поднялась. На левой дороге РБшка последняя поднялась в Акулу. Машинка как я воюю. Это кто тебя? Бабы? Опрос. Ну сейчас не могу кто шел. Я просто не успел увидеть вот эту. Ну тут массуха такую кидаешь, потом да. И нормально, они убиваются. Ну смотри. Ты не смог изменился на это. Ну скажи. Здесь ты? Чего? Ого, где ты остановился? Слишком большой. Получается, что меня уже прошла, грубо говоря, пока. Я подыхал слишком много раз тут. Кстати, более-менее тогда, если подыхать меньше будет, то будем вовремя по идее приходить. И я, если подыхать не буду. Слишком большое расстояние до цели. Ты сорвал кто-то, что ли? В смысле? Без тапок? Я без нихуя вообще.
Чё ты не взял так? Да блять. Отходи. Да ты не бей этот щитом, ты не несёшь ему урон. Вот хуйня, он с тобой сделать не может. Соси. Ну пизда тупая, блядь. Так, что там надо схватить? Ну, свиток первопрота хотел бы завязать. Так, вот эта вот хуйня, да? Да. Просто нет, ну, закончится, банки юзай. У тебя банки стоят. Они и скорость каста добавляют, и атаки, и бега. Погоди, какие банки? А вот эти что? На панельке фиолетовые. Ой, синие, да, вот эти. Понял. Погоди, вот здесь, что за квест, блядь, висит, ну-ка? И что надо было сделать? С нее собрать. Так ничего же не было. Руду какую-то собрать надо. Ничего же не было, я блутал. Ну, значит, они каждый раз. Понятно, блять. Охренеть. Я думал, ты пизданешься. Да какой там? Заебал. Не трогай здесь вообще массуху. Почему? Если у тебя хилка в откате, от него просто бегай. Тебе смысла нет под ним стоять, он тебя вынесет. Ты бьешь флешками, которые быстрые умения, и сосалкой, чтоб под ним стоять, и все. Другим лицом старайся не бить. Так иначе вот сейчас он встал. Вот сейчас можешь ударить, но старайся бегать больше. Понятно. Потому что ты не выдержишь удара. Если сосалка в откате, то считай труп. Сосалка может сколько угодно под ним стоит, так вот масуха придется. Ты теряешь время, надо флешками бить, пока это накладываешь масуху. Большая.
Это еще заходят вот. Понятно, блядь. Что это было? Где? У меня не было активно, когда никогда оно не было активно. Я его в акулу поймал. И оно у тебя активировалось. Так, в центральном три твои. Угу. Все. Что, еще раз сюда иду? Да. Следующий. А какой? Ну, можно для разнообразия в башню сходить. Либо сюда до 5 раз. В 10 это будет слишком много. В смысле, там где эти, бухай что ли, туда ты? Ну, вчера, да, когда мы ходили, дохли. Ну, в смысле, где бога появляются, она, да? Да. Да давай здесь отходим все, да и потом туда пойдем. Не, сегодня уже не пойдем. Что? Я спать пойду. Ты через сколько? Ну, хотя бы через часик. Ну вот. Как раз. Заходим, заходим. Ты зашла? Да. Ты по центру? Да. Укрепить надо, это во-первых, во-вторых, ты говоришь, тебе здесь дольше проходить. Ну да, двумя персонажами у меня дольше получается. Ладно, цветки закончились. Нихера. Нельзя атаковать. Ладно, легендами бегать, значит. Неправильно выбранная цель. Thank you.
Погляди, опять все пусто. Yeah.
Вот это что за, блять, мув был только что. Направление было одно, а ударил по другому направлению. Нет, у них бывает, мне кажется, неожиданный поворот событий.
Погнали. Я от босса похиляюсь, не надо. Не надо. Мажор такой, от босса похиляюсь. Сейчас не поднялся на ком. Интересно, что они сделали, что нельзя два луча одинаковых по одного? Блять. Было бы жирно слишком. Ну да. Ну так, конечно, интересно, приходится подстраиваться. А там всегда только по 6. Ну походу, да. Твои центральные. Сейчас мы с тобой наберем итемов на перекрафт по шмота. А потом? А потом будем искать этот сам по шмот. А что его искать уже? Где-то фармится? Надо базу делать. А потом его надо заточить. Чтоб перекрафтить. На плюс 15. Ну. Заточим. Перекрафтить, а потом опять заточить на плюс 15 сюда. Все сделаем, что ты? Это хуйня передается или нет? Нет. Ага. Даже на общий склад? Как он там? Да, даже на общий склад не передается. А погоди, а нахуй мы твинами делаем? Так, может, это не твины уже? У меня снова хил. Так-то. Был, есть и будет. Ну ты хочешь им хилом играть? Ну точно не художником. Я бы пилотом, наверное, бы. Тут пилотом можно пройти? Можно. Слишком большое расстояние до цели. А то мы хуйней какой-то занимаемся, получается. Я не знаю, я может художник больше. Нет, я не хочу на нем. Он мне вообще никак не нравится. Это хуйня какая-то. Я даже не знаю, чем я хочу играть. Я знаю, я пилотом хочу. Играть пилотом тогда? Да, блядь. А? А этот шмот, кстати, никак тоже не передается? Никак не передается. Блядь. Пойдем в следующий заход этим. Потому что... Ну что-то с арком я вот, например, не хочу играть уже. Не, ну ладно, ты художником ходишь, но я-то не хочу. Я не собирался из этого основу делать. Я бы выбрал либо лука, либо художника. С арк меня уже заебал.
практически сначала начнем. Неправильно выбранная цель. У 40 очень долгий каст. Хотя 40 роднее. Мне чем ближе всего? Если ты хочешь играть пилотом, свое удовольствие, грубо говоря, переходи на пилота. А? Если ты, говорю, хочешь играть пилотом, для тебя это удовольствие им играть, переходи на пилота. Ну, блин. Если хочешь играть хилом, переходи хилом. Я не знаю, как. Еще. Ну, наконец-то. А мне получается как? С каждой дороги... Чего с каждой дороги? Да, мне по правой дороге надо еще получить. По квесту. А. У меня слева и центральная уже есть. Ну, ты если будешь играть художником, тогда... Да мне вот хотя бы этот квестик взять. Ну, в смысле, выполнить потом. Ты на этот... У тебя больше никакого нет? Кроме хила? Нету. Блять, хуй вам. Ну, может быть, я левую и смогу хилом пройти, но это нам дамага не хватит убить последнюю быстро. Ну, в принципе, можно тогда не всю ее проходить, правильно? Пройти две дороги хотя бы. Ну, хочется и лот, и все вместе. Понятно, да. Бог, тогда сначала этого художника одену, потом буду пилота одевать. Там же, я думаю, недолго все это делать. Долго. Ну, относительно сколько? Ну, полгодик. Но это недолго. Зачем тебе играть нелюбимым персом? И в него вкладывается. Он если имбовый, чтобы няхам пиздюли на изи давать. Ну, другой день. Надо ходить все дерики, все осады. Mm-hmm.
Тихо. Понятно, валим. Я хотел Димасухи и нормально всех убить. Нет. Нельзя так. Тихо. Покажи вам. Кто это остался? Слишком большое расстояние. Если эти глазики убивать, то из них они тут же появляются. Ну да. Понятно. Легче тогда отходить. Слушай, а за полгода нового шмота не завезут? Ну, кто знает. Ну до этого как часы заложили? Да я не знаю, ты не особо уже скажи. Не, я все вам тут не убью, это на эти дороги. А может убью? Надо попробовать прочитать. Может, с глазиком и убью. Ну, сейчас по-другому сейчас сделаю. Там до 80-го же быстро как час. Ну, по симулятикам ходить. Ну. Стоять за вот. А таким как. Ну, у меня там кто-то есть. Ну, ты не пройдешь. М? Ты левую дорогу не пройдешь без дамага. Да почему левую эту? Ну, тебе же надо класть центральную. На... А, центральную? Центральную-то. Надо того, кто плащ делает и хиляется. Да кто мне там бабахт или чё кто-то?
Ну, на втором окошке? Да. Чем гном? Не, а тебе тогда не центральный нам тебе. Тебе надо идти левую и правую. Чтоб быстрее было. Хотя можешь идти центрально, а я схожу помыться на 10 минут. Да? Да, смотри, мне по квесту нужно здесь пройти левую, то есть правую. Правую. Вот, а вторым какую дорогу проходить, центральную или левую? Ну, если барда, в принципе, можно любую, наверное. Тебе только надо квест будет взять, вот этот, который на шмотке фиолетовый. Ну, понятно. Получим. Ну, побыстрее левую будет. Если у тебя будет, ну, по дамагу нормально. Перс там, бард или еще там должен быть, у тебя уже нет. Просто ставим до завтра, когда ты пока на работе будет, там если вкачаешь быстренько. Ну да, то. И да пройдем. А сейчас можно сходить пока пару раз в башню, да я пойду мыться и спать. Ну давай так. А чё в башню? Обязательно в башню ходить? Ну там просто шмотки могут выпасть фиолетовые. А, ну полезные, да? Давай. Ну да. А больше неоткуда пока нам шмот брать по выпуску. Я попробую еще хилом пройти, на всякий случай его тоже одеть бы надо. Правильно? Ну, да. Сейчас куда-то пойдем. Втроем. Да и так сосу, как видишь. Сейчас сильно поставлю. Ты конечка весь хороший. Быстро откатывается. Идем. Down.
Так, все. Идем типа туда. Можно не разрывать, да. Бай. Куда надо? На башню, это на первую самую ближнюю заставу. Грибную рощу, что ли? Вниз, на в центр города и на грибную рощу. Костики также внутри. Ну, естественно, блин. Да, он тут всегда. Где костики? Не вижу. У меня музыка. Прошу, поторопитесь. У кого? У меня, у мужика вот этого, который. Ну, у тебя, а может, они не активированы? Погоди, а что там? У меня у тела здесь тоже нету. Прошу, поторопитесь. Что надо сделать, чтобы они были активированы? Может, квест около базы сделать. Этой. Блять, надо было тут. Скоро Шрак появится с этим, с умением Гавиньона здесь. Ты там как живешь? Не знаю, это мне даст не срабатывает. Почему тебя там... Ты жива? Да. Сейчас я похиляю нас. Дай. Да я думал, член тут неподалеку твой. Кинешь баф? Надо. Да.
на бассейн я сначала, наверное, не поведу. Ну там лучше надо, не надо без него. Он помрет. А ему дроп достанется, если он за дверкой постоит? Да, 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 должно. Заходим? Чувак у нас там что ли стоит? Чувака надо убить. Какого? Где? Где? Вон у мой таргет, видишь, там стоит. С него падает карточка Довиньона умений. Одна что ли? Ну да, на ру. Ну погнали. Сейчас я переставлю, если что. Там посмотрим. Так. Ну, вдвоем его убили, по идее, должны убить. Пойдем широко убивать. Погнали, где он? Блин, так долго стан длится. Ты живешь? Ну, да вроде. Да, выйдет. Уже легла. Угу. Надо посидеть. Не надо. Прыгаем. Понял. Чего твоя убила? Пускай. Ну, видишь, защита стоит. Сходи, подними сейчас. А тебе книжка не нужна, а что? Еще? Я не знаю, она на рол пойдет. Ну возьми себе, у меня пока есть. Вот. Ну. А у тебя это откуда? Появилось. Я их потихонечку крафтила, пока не играю. Блин, баба идет. На, заходи. Ходу все пизда. А если так? Ну, блин, а хули она не заходила? Ну, боюсь. А Хил прям где твой стоял? Да рядом. Чуть подальше его отведи, чтобы не ваншотало. Забыла южный чат. Как его? Эти леготы. А? Леготы. Да. У меня вообще здесь есть с собой. А, есть. Погнали там их отхиляемся. Ну, может, хотя бы баху надо спасти. Ну, пойдем, кстати. Не удается.
Вот. Там прикол, ты с бафом такой злишь. Блять, опять хил лёг. Да, это он так убитый. Если чё, с этой масухой осторожнее, а то убьёт бабку. Когда она... Спасай. Её бабка. Надо было полежать. Да, надо было. Ага, понял. Кстати, да. А, мне еще воткать. Ну, что там так долго делать? Не мешай ему дрочить. Видишь, он закрылся. Да. Ну, быстрее, блин. Баф-то спадает на этот. Как он заебал. Угу. Сейчас, наверное, бабка должна пойти. Да пускай. Не успеют. Ура! Ну что там с ним интересного есть? Не знаю, еще не смотрю. Платные боевые перчатки. Ролим вдвоем. Ну. А, еще бы вместе тут было. Ты их кинула? Нет. А что? Кидай. Место освобождаю. Mm. Собрал? Ну, получается. Погоди, а предыдущие же тоже мои были? Я не помню. Я его тоже не помню. Я вот сейчас ищу. Не нахожу. А, ну если что, их можно передать, да? Или погоди. Ты же говорила, типа их продавать можно, нет? На ауке. Бакалейщик. А, блядь, бакалейщик. Не, мне кажется... Стой. Я тебе куда-то, походу, дело закинул. Убрал, то есть? М? Куда ты убрал? Да.
Ну ты не помнишь, что я их вчера получала или когда мы ходили? А ну, здесь? Наверное, вчера моя была. А мы вчера ходили? Да. Меня же вчера весь день не было. А, ну я уже путаю дни. М? Я путаю дни. Вчера мы не ходили. Вчера тебя не было. Тут так говорить нельзя или можно? Да, можно. Да мне кажется, нет, я тогда... Нет. Ну, я сказал, так ты мне объясни, они тебе нужны или нет? Не, мы ролим, разраливаем, зачем они мне? Так я в том плане... Ты сролил, что... они твои, все. Так, а предыдущие тоже же мои были. Ты... Сегодня? Нет, сегодня нет. Ну, все. Вчера не считается, какая разница. Ну, ладно. Следующий, может, мои будут, если вы... А сколько ты заходов? По классу. Тоже 10. Не, сегодня... по классу. Давай в любом случае, раз... если у тебя основа, то по классу твои. У тебя же основа художник. Ну, а тебе что, вообще не надо? И ты не будешь ходить в данжи? Ну, буду, но... Ладно, короче, хуй его знает. Сколько вот сюда еще не заходов? Пересбор еще разок пока. Нам все на сегодня. На. Там еще надо ванну снять. Берегите себя. Что, блядь? Ой, боже. Еще ролики тут свои показывают. Тут постоянно эти мультики, блин. Да, похоже. Нахрена все это надо. Ты зашла? Нет, еще. Короче, надо решить просто, кто основой будет, и его одевать и не вкладываться. Все, закажу. Ну, у меня основа будет, наверное, не пилот, как бы хил. Решай пока. В смысле? Потому что нету смысла вкладываться в этого художника, если он будет твоей основой, например. Ну, боевой твин будет. Прошу поторопитесь. Это можно потихоньку, когда основа оденется. А так смысла нет. Время тратить, чтобы потом и основа, и твин был, нихуя ничего не сделано. Это не практично. Я не понял, что еще один бух, что ли, или что он? Ну, здесь беда уже дура. Ну, я же здесь один убил только что. Не, ну здесь... Мы же вторую волну... Блять. Это что такое? Опять он. Он тут постоянно, да, что появляется, или это из-за ивента? Нет, редко. Вообще редко. Это ты везучий просто. Ну да. Ну, сейчас книжка твоя будет. Нет.
Сейчас я. Надо соснуть, короче. Ёпта. Я даже не заметила, что там. Ты воюешь один. Так не убивают, пока догадались. Там хоть. Если у вас есть книжка одна, правда, больше ничего, да? Да. Так, сумарис тебе дам. Ну, погнали. Сейчас побольше. Лучше бы на себя. Без разницы. Так. А, ну у меня баф. Воскрешение у хила остается. Хорошо. Так. Я вроде готова. Ну погнали. Сначала Шурака. Да. Я их задолбану, пока он не бахнет. Готово. Полутай. Забыли. Прыгай. Опять минус слил. Да это не нашло. Пидарас. Раньше, наверное, был сложный данж, когда совсем не облегчили. Не дам еще. Пиздец, он долгий.
что там? Твои же? Это боевые. В смысле? Вроде. Я имею в виду, я отказался. А, это угу. Я имею в виду то, что не нахило. Не, я имею в виду то, что ты гагала, типа, шмотка мне, шмотка тебе. Ага. Ну вот, твои же. Да. Ну и все. Место-то есть? Нет. Это хуйня. У меня немного места есть. Это все или еще входы есть? Ну, столько я схожу на 10 минут в ванную, если там придет. Так ты же лежала, типа спать пойдешь, нет? Ну, наверное. Да, лучше спать завтра. Давай все на сегодня. Ну, давай. Ты пока решай тут. А что мне решать тут, как бы... Все решено. Ну сначала этот художник, потом пилот. Я тебе говорю, нету смысла тратить время на художника, если он не нравится тебе. Че, хилом тогда что ли? Ну либо хилом, либо если тебе нравится пилотом, то играй пилотом. Сразу решу, кем играть. Не надо времени на кого тратить. Может, вообще тут уйдем и не будем играть. Ну тогда этим хилом без вариантов. Тут же чаще всего хил требуется. Играй кем хочешь, никто требуется. Нет, эти игры. Требуется скилл же. Тут же всех хватает. Да. Но крилов не хватает. Не знаю, мне просто мне пофигу, кем ты будешь играть. Нет. Тут требуется, мне, требуется. Мне без разницы. Всегда можно справиться. Я тебе говорю, мне без разницы, кем бегать. Я бегаю в основном тем, кто требуется. Кого меньше всего пикают. Хилов тоже могут пикнуть. М? Хила тоже могут кикнуть. Пикают, они кикают. А, пикают? Пикают. А? Как это пикают? Ну, в смысле, выбирают. А. Берегите себя. Здесь очень опасно. Ну, давай сейчас посчитаем. Где тут? Онлайн. По поиску тупо вот взять. Сколько художников? 80-х. Ну а там достаточно. Сколько этих пилотов? Пилотов, а где тут? А? Пилотов, наверное, вообще ни хрена нет. Почему? Практически. А почему? Обычно их всегда мало. 3 инвалида было. Ну, два пилота в сети. Вот. А почему? Погоди, а почему пилотов никто не берет? Это из-за чего? Потому что они не котируются. В смысле? Уже все, отжили свои пилоты. То есть они бесполезные? Не то, что бесполезные, наверное, их тяжело раскачивать. Хилофон сколько? Это быстрее. Голодов нет. Хотя погоди. Я не то смотрю. Голоды есть.
Ну, в общем, да. Выбор очевиден. Это пилот. Потому что всего лишь два пилота в сети. Больше никого нет. Хилов и остальных всех, да, да хуя. Ну а дохуя всего, да, художников. Это просто целая куча. Да, это же новый класс. Ну, не, ну ладно, все, пилот так пилот. Тут как бы по поиску все понятно. Только не понимаю, почему я из-за чего. Пилота никого никуда не берут, он бесполезен, или из-за того, что трудно одеться, из-за этого их мало. Ну, мне кажется, наверное. Трудно одеться. Я тебе не могу даже ответить. Блять, а мне умение выпало, которое уже изучено. Нужно усилять старые умения. Одна книжка нужна или как там? Это вообще где глянуть? Нажимаешь К, умение Дагониона и усилить. Усилить влево внизу. Влево вниз. И чё он тут? Ну вот, выбирай, какое умение. Нет, его нижнее. Среднюю его надо перетащить, эту книжку, которая у тебя есть. Ну видишь, не перетаскивается. Ты выбери сначала верхний, чуть больше усилять. У тебя голдовая книжка, значит надо... Ну ладно, у тебя усилять даже ничего. Мне тоже упала книжка, которая есть. Надо было ее тебе отдать. Не, так там же как? Ящик только можно передать, а не книжку. Ну да. Вот пока ящик не откроешь, не узнаешь. Короче, вот этот цвет скорость. Вот он. Не получается. Я не пойму, сколько таких надо? Несколько штук? Или этого все уже никак не усилить? Можно совместить, когда будет несколько штук попробовать. Понятно. Когда скопится. Бесполезная хуйня. Ну, на склад класть. Вот камни выпадают, и их нельзя ничего не передать, ничего с ними, только разбивать их через крафт. Вот этот бежа получше будет. Ну да, голдовая бежа, она получше. Я не понимаю, вот эту хуйню продавать или можно сломать? Ну, если сломаешь, у тебя получится там... Как лучше делать? Тренировочные камни. Как лучше делать при условии, что у меня есть ляхта? Ломай. Ну, тебе смысла здесь нету, лучше продай, если ты не будешь его играть. Не, сломать и потом материалы это переклинуть нельзя. Нет, тренировочные не передаются. А деньги-то как тут? Там же тоже их не переклинуть. Ну, через акцион. Только там комиссия, конечно, не придется. Но ничего не поделаешь.
Так лучше вообще как? Сломать. Ну, если не будешь играть. Не, если буду. Не сейчас, потом? Ну, потом это накопится все. Я тогда оставлю. Ну, оставлю. Потом решу. Я пока белого тогда 80-го вкачу. Тут столько дел тогда, если играть. Надо базы сделать, квесты сделать на знаки. Надо сходить сделать ежедневки рудбуга в Демору. Осады, блядь. Дерики. Знаешь, что тут дело, если запротить? И тогда все это в купе принесет то, что ты сможешь одеться. Это что такое? Че? Видишь вот это вот? Почему аватарка такая, картинка эта? Ну, забавилась текстура. Ну, такое было дело. Блин, мелочи. Так, я оставлю еще один. А как хуй сделать? У нас какой вообще был план? Почему я такой ник сделал? У нас какой был план? Для мелочи, на склад, наверное. Чего? Ради склада, наверное. Нет. У нас было... У нас у троих был план. Типа вы там что-то будете играть, танцевать, а мне будут все бабки скидывать. Нихуя себе ты загнул. Чего? Это не прихуёл ли такого плана? У вас был, ну у нас, у всех троих такой план. У меня такого плана нет. Я тебе говорю, я могу Дашку добавить, и она скажет. Я у неё просто спрашивал. Где он? Записывать надо было. А я не помню, я вроде это записывал, только это искать надо. Её добавить? Нет. Все, почему нет? Спать. Ну, спать. Ладно. Спать. Завтра ты будешь? Ой, блин. Куда ты меня втягиваешь? Куда? Я тебя в ХП хочу втянуть. По итогу. Не, в ХП не надо. Почему? Ты меня опять в задротство войну втягиваешь. Сейчас у меня желание проснуться. Нет, нет. Я тебе... Я в РП не пойду и после Айона. У меня задача тебя в ХП затянуть, понимаешь? Нет. Любыми способами. Я начал через Айон тебя затягивать. Ты можешь только меня в Айон затянуть. Это вообще упорно. Через Айон в ХП тебя затяну. Да увидишь. Не получится. Да, получится все. Это ты пока. Нет, нет. Потом получится. Я тогда вообще никуда не пойду, давай. Да, почему? Ладно, ты вообще надо. Я не понимаю. Вместе поугарать. А ты не хочу я там угорать. Я говорю, у меня есть дело, которое мне надо делать. И ты меня втягиваешь в Айон. Я тебе не в Айон втягиваю, а в ХП. Я через... Я говорю, что если я сейчас втянусь в Айон, я ни в какой РП не пойду. Потому что у меня открывается только военное рабство. Где надо все крабить, все собирать, собирать, чтобы копилось, копилось. Вот это чувство у меня просыпается. Ладно, и все. Завтра. Если ты сейчас спать, ты завтра чего сколько? После 8. Ну, после 8 я Дашку с Наташкой добавлю и вот. Не. Они тебя затащат на изи. Да не хочу я про. Они тебе говорят. Да смысл ты не хочешь? Да поугарать вместе. Да не хочу я угарать. Чуть-чуть это можно. Зачем ты напрягаешься в какой-то айон играешь? Иди играй с ними. Да блять, я хочу со своими. Со всеми. Они же твои. Так, а ты чё, нет?
Ты чё отделилась от нас? Потому что игры, мне не интересна эта концепция игры. Так ты же не пробовал. Да я знаю это, как бы видела. Ты знаешь, в чем это? Надо в этом поучаствовать. А не смотреть. На это смотреть это вообще не интересно. Именно что участвовать в этом надо. Да не хочу я участвовать. Мне мир этот не интересен. Мне не нравится этот город с GTA, как он там, Сан Андреас или что там. Если тебе он не нравится, давай его взорвем. Взорви, я посмотрю на стриме у тебя. Нет, надо вместе. И у меня одного ничего не получится. Я никогда не любила ни мафию, ни криминал. Я вот это ничего не люблю. Я фильмы про это не люблю. Я игры про это не люблю. И мне это все не могу. Я ты можешь к медикам пойти? И что, я вот там одна в этой мафии? Нет, там из нашей семьи есть кое-кто у медиков. Я потом пойду к медикам. И что, вы будете а Даша? Ну и она промкнет к медикам к нам. Все будем умею медиков. Не хочу я никого медики лечить, там кого-то искать, это нахуй это надо. Никому не надо искать, все тебя сами найдут. И вообще и ты будешь... я буду делать? Ты будешь со мной вставлять... кататься. Все, короче, бросай ты это дело. Не. Играй с ребятами. Нет, нет. Пойду своим делом заниматься. Нет. Сейчас я тебя поем затащу. Так не получится. Мотивация у тебя. Все, давай, спокойной ночи. Да. Пока-пока. Ты завтра как придешь, там назовет мне. Ну не знаю. Дальше. Либо давай сейчас. Сейчас, пока вон там Наташка, Дашка в сети. Все, мне в ванну и спать, в ванну. Я не могу позже идти уже. Все, давай завтра тогда. Давай, спокойной ночи. Угу. Пока-пока. Да блять.